є посил народу, що понимаете, самый страшный прогноз с моей точки зрения дает Джордж Сорос, да? Когда он сравнивает это с распадом Советского Союза, то что мы на грани, возможно, территориальных изменений. Так це не тільки він каже. Александр, я бы хотел сказать одну вещь, и Лилия, я знаю, что вы будете сидеть защищать Ющенко. Я думаю, что мы все-таки защищаете Тимошенко, это понятно, очевидно. Никого не защищаю. Но, к сожалению, вы работаете в ее команде, давайте это признаем. Я работаю в ее команде. Вот я просто хотел сказать, что самое страшное не то, что эти люди сказали, а то, что сейчас у нас выступало два лидера государства, бывший и настоящий. И вы, люди, которые являетесь подпорьем одного или второго, являлись или помогали, смотрели на то, как люди смеялись над их словами. И они смеялись не потому, что они шутили, а потому, что это было смешно, и потому, что они выглядели глупо. И вы это поддерживаете. Вы, как представитель Тимошенко, который поддержите Кравчука, а вы, как Ющенко, который назвал своего человека, который практически ему передал власть через даже руки. Мустафа, не делай выводы там, где их нет. Нет, на почему? Я делаю выводы. Послушайте, если завтра вас назовут Нафталином, вы будете довольны этим? А я могу сказать, что в этом трагедия публичных людей. Меня, например, сегодня один из предпринимателей назвал, что я Бэтмен в юбке, да? Там или что-то другое. Бэтмен в юбке, да. То есть, на самом деле, у нас такая свобода слова в стране, такая демократия, не знаю, какой из, да. Я не знаю, что он смотрел. Но вопрос